ведем тайную скрытую съемку. Здесь скоро, мы надеемся, состоится презентация айфона Apple 5S. Поняли? 5S, он пришел в Лимассол. Люди занимали очереди уже с утра. Кто-то пришел со своими табуретками. А здесь будет очень-очень крутая фэшн, секси, мега презентация. Вы видите, видите? Вода. Вода и пластиковые стаканчики. То есть они готовили фуршет заранее. High Street Apple. Да, явно. Все самые-самые видные чуваки города собрались посмотреть на iPhone 5S. Мы тоже будем ждать. Я просто видел уже. Мы-то уже видели. Мы приедем сюда года через два, когда сюда придет iPhone 6. Ну, смотри, по-моему, менеджеры вон идут какие-то. О, боже. Нет, это первообладатели. Это... Да, она уже затестила. И видите, она радуется. Это знак. Сейчас они пустят всю эту толпу. Сори. Сейчас она расскажет о своих впечатлениях, и может все просто разойдутся. Нет, все будут восторженно кричать. Ты знаешь, что этот гул восторженный? В общем, мы даже не знаем, чего ожидать. Я тоже не знаю. Я вот думаю. Только в напряжении. Мы заранее пришли с чаем. С чаем, да, с чаем. Мы можем его продавать. Глоток. Блин, что же делать? Мы... Уже ждем 2 часа, уже стоим в очереди, да, ничего пока не происходит. Мы можем рассказать им, что такое фантазия. Мы можем достать. Блин, у меня нету. Да. С тобой. О, движуха наверх. Бегом! Блин, может через пару часов туда придем? В общем, мы пойдем искать для вас новые захватывающие события, полные приключений, авантюр. Если что, мы вернемся сюда и обязательно вам расскажем. Peace.